Наш проект называется «Вселенная возможностей». Проект будет реализовываться на базе Всероссийского общества глухих, где в данный момент есть у нас уже кабинет оборудованный, помогли нам в этом партнеры. И запрос был именно на реализацию этого проекта, что дети с ограниченным слухом не могут посещать кружки города Казани, так как нужно будет для них определенных тьюторов, переводчиков. Поэтому мы сейчас дали возможность детям именно посещать эти кружки. В данный момент в детском садике «Ласточкиной» уже работает у нас 3 кружка. Выявляются таланты среди детей дошкольного возраста. Следующий у нас в планах – это идет открытие в Набережных Челнах на базе детского садика 88. И остальной будет охват в городе Бугульме, Елабуге. То есть проект – это проект не одного дня, он будет реализовываться, и долгосрочный проект. Также с нами сотрудничают и родители, имеющие ограничения слуха. И у детей, которых родители не могут разговаривать и общаться с ними, есть возможность также развития речи. Проект очень молодой, мы работаем недавно, активно, и у нас уже сейчас большое такое сообщество родителей и детей, которые не только с нами посещают кружки, но и вид разных мероприятий. Спасибо вам большое за такое оказание и поддержку именно в реализации этого проекта. Не могу не спросить, а кружки почему? Какая деятельность, какое направление? А кружки у нас идут, это тестопластика, а у нас кружок открыт, это степ-аэробика. Также у нас познавательных способностей детей. И сейчас у нас начинается проект инновационный, это экологический кружок, он будет называться «Юный эколог» в сообществе с родителями, где мы будем создавать исследовательскую лабораторию, будем выезжать в парки, оказывать различные акции. Мы уже посетили наш зоопарк. В декабре месяце мы идем в дельфинарий. И вот в рамках такого проекта у нас нам помогает также Республика Татарстан. Выделили средства, сбор макулатуры мы произвели. На эти средства тоже пошли. И сейчас начинается у нас такой проект. Это «Полезная крышечка», где ребята тоже собирают крышечки. Мы работаем с экологическим объединением, это «Экология Поволжья», и сейчас нам присоединяется «Эколаб» в Набережных Челнах. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.